Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Это хайп, но в Бравла удаляют ящики. Озвучка Шампанова. Мне кидали, сказали на стриме посмотреть. Суджи кидал, давай чекнуть. В смысле, а ящики прикольные были. Привет, дорогие друзья, с вами Павел Шампанов, и разработчики только что выложили мини-брол-ток вот у себя на канале. Такого еще не было. Брол-ток 7 декабря, в котором столько всего интересного. Ставь лайк, если ждешь... Павлитос и Шампани, квадратная голова, он майнкрафтер, что ли? Обновление. Хочешь новогодние подарки и узнай, как получить 200 мегаящиков к себе на аккаунт с... Чё, блядь? Акция в Brawl Stars возвращается? Совершенно бесплатно. Поехали! Давай. Надоело, что в ящиках не попадается то, что вам нужно? Да! Да! Поэтому донатьте гемы! Да? А если я скажу, что избавиться от неопределенности проще, чем кажется? Ага, ну гемы, понятно, донатьте гемы. Если честно, мне вот это не нравится, эта система, еще с Overwatch. Вот в Overwatch были ящики, было охуенно. Вот, это выжималка денег. Я прям чувствую, что тут анонсируют выжималку денег. Мне нравилось, что в Бравл Пассе я вот собирал кучу, и в конце Бравл Пасса я стрим подрубал и открывал все ящики. Что есть способ получить именно того бойца, которого хочешь. Там... Охуенный способ, блядь! Я тут буду иногда... Да, конечно, блядь, способ ебейший. Появляться такое, делать свои комментарии. Вы заметили то, что бойцы будут показаны за гемасы? То есть можно будет открыть в любой момент. Блядь, короче, надо открывать сейчас всех бойцов, пока из этого не сделали выжималку. Момент, я так полагаю, бойца за гемы. И вот они продаются прям внутри в самой игре. Не в магазине, а в невыбитых бойцах. И все еще понятно, одна заметка. Блядь. Вы видите то, что показано 2 из 63 бравлеров. Так. А сколько у нас в игре бравлеров на данный момент? 61. Это означает, что в Brawl Talk'е анонсируют сразу 2 новых бравлеров. Скорее всего, один чтобы из... сразу в 2 раза больше гемов трусить. Из них будет для следующего сезона Бравл Пасса хроматический. Но другой будет какой-то особенный. Вдруг это новая легендарка или что-то новогоднее интересное. Не, короче, они ждем. Вот, смотрите, фон синий 79 гемов, фон фиолетовый 169 гемов. Это просто пиздец. Двух, но не, это миллиард денег. Это просто миллиард денег. Это всего лишь вопрос времени. Это очень хорошая идея, Паула. Все это будет в новой системе, которую мы введем в следующем обновлении. А я заметил еще одно обновление. Да-да-да. Колечко в носу Паулы. Я тоже, кстати, начал задумываться. Вот, он мне, может быть, не пойдет, но я начал задумываться насчет этого дерьма. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Эта новая система заменит ящики. Да вдруг хуйня, да? Это правда. Ящиков больше не будет. Мы расскажем обо всем 7 декабря. Следующий... Интересно, а если у меня с предыдущего сезона ящики остаются, то типа лучше сейчас их открывать? Пуски Brawl Talk. А пока небольшой обзор того, как это все будет выглядеть. Давайте рассмотрим это детально. Сука, я забайтился. Я прям, знаете, я прям, ну... И уже сможем сделать какие-то выводы. Мы видим то, что у нас будет дорога получения бравлеров. Прикольно. А кто порядок решает этой дороге? И мы видим, что нужно сделать. А, ты можешь его прямо сейчас открыть или какую-то хуйню фармить. Это у нас нита. А для разблокировки ниты соберите какие-то кредиты. Вот какие-то у нас кредиты, донатные какая-то новая кредиты. Валюта, и вот здесь какие-то вот эти вот кредиты будут появляться. Может быть, это за киллы будут даваться, может быть, еще за что-то. Мне интересно, просто если я нос пробью, мне удобно будет в носу ковыряться, просто я очень люблю ковыряться в носу. То есть мы будем, играя, зарабатывать эти очки, как я предполагаю, по ипотеке, потому что я вижу. Кредиты и, мне не надо, будем мне тем самым надо, открывать новых бравлеров. Также, конечно же, доступно будет и за гем их открывать, либо вот, проходя этот
путь все больше и больше за сверхре... А кто этот порядок решать будет? Я нихуя не понимаю. Я сам могу выбрать порядок, чтобы открыть того, которого я хочу. За редких больше кредитов, за редких поменьше кредитов. Интересно, сколько за Лего там придется кредитов этих набрать? Вы будете продвигаться по этой новой дороге и собирать бойцов, которых у вас... Значит, а Лего они не показали вообще? Еще нет. До сих пор ящики были очень важным элементом игры, так что мы устроим им достойные проводы. Сразу после выхода этого видео мы запустим событие, где можно выиграть много разных наград, в том числе Омега-ящик, скин для Дэрила Омега-ящик и значок. И это будет ваша последняя возможность открыть ящики в Бравл Старс. Если вы думаете, что будет легко, то вы не так уж далеко от истины. Но для этого сообществу придется объединить усилия, и в течение 12 дней... Так... Омега-ящик. А, блядь, чуть не уронил. Как? Су... Блядь, да ёб твою мать, блядь, скользкий нахуй. Я закрыл случайно, я когда телефон уронил, случайно закрыл. Как разблокировать омега-ящик-то? Ебать тут скидок. 15 мега-ящиков за 299 гемов. Блин, а вдруг выгодно? Не, надо открывать сейчас все реально. А как омега-ящик открыть этот ёбаный? Блять! Я случайно телефон уронил, блять! Как там было написано? Набрать 4 миллиарда побед над противником. Игровой режим не имеет значения. Это могут быть и трофейные бои, и силовая лига, и дружеские бои, и режимы создания карт. Засчитывается все. А вот шкала, которую мы будем ежедневно обновлять во внутриигровых новостях. За каждый пройденный этап мы будем добавлять в магазин новую награду. А когда наберется 4 миллиарда побед, мы сразу же добавим скин Омега-ящик для Дэрила. А сейчас я расскажу подробнее о этой шкале наград. 4 миллиарда побед нужно сделать не конкретно тебе, а всем игрокам в Бравл Старс. Как только будет сделано 4 миллиарда побед, будет открыта последняя награда в этой шкале. Каждый день, заходя в игру, мы сможем смотреть, сколько всего сделано побед в мире на данный момент. С каждым новым количеством побед мы будем открывать новые-новые награды. Сначала это будет мега-ящик, который откроется совсем быстро. Следующая награда это будет у нас иконка в наш профиль Омега-ящик. Прикольно. Следующая, третья омега награда ящик. Это спрей омега-ящик. Четвертая награда. Что такое омега-ящик вообще? Там типа гарантированная легендарка или что? Это эмоция, пин омега-ящик. Пятая награда. Мы получим омега-ящик в Бравл Старсе. Но тут я вам расскажу одну тайну. Это единственный будет омега-ящик за всю историю игры Бравл Старс. И разработчики нам его дадут только... в знак памяти о ящиках, которые были в игре, так как после выхода обновления все ящики перестанут существовать. Но подробнее об этом должны рассказать в Brawl Talk. Так что омега-ящик... Интересно, а в Бравл Пассе теперь... Раньше в Бравл Пассе каждый раз ты ящик, каждый шаг ты мог получить ящик. А сейчас что будет в Бравл Пассе, блядь? Ебучие эти никому не нужные граффити, блядь. Эх, жалко, что ты всего лишь один, но очень хочется тебя открыть. И последняя награда, когда будут набраны 4 миллиарда побед, будет... А, да, вот эти билеты, наверное, да. Ящик Дэрил, да, и все игроки эти смогут его получить. Кроме этого, авторы контента будут дарить мега-ящики налево и направо. Ищите хэштег ByeByeBoxes, чтобы узнать, как принять участие. А теперь лучше присядьте. У авторов контента, участвующих в этой раздаче подарков, будет 5 тайных золотых кодов. У Паши будет? Если вам посчастливится найти такой код, вы получите 200 мегаящиков в одни руки. Чё, блять? Паш! Паша, дай мне это, Паш. Авторы контента не знают, какой код будет золотым, так что следите за всеми. Паша. Да, ребят, это самый интересный момент этого видео, потому что... Паша, мы же с тобой друзья. Мне разработчики дадут 10 кодов Паш. Для получения огромного количества... Охуеть, вот это акция в Бравл Старсе. Мега-ящиков. Все эти коды с сегодняшнего дня, прямо вот сейчас, вот с выходом этого ролика, я начинаю разыгрывать для вас, для моих подписчиков. Блин, это круто. Какой-то из этих 10 кодов может оказаться золотым. Что значит за золотой код и обычные коды? Каждый код, который я раздам вам, подписчикам, активирует 5
омега-ящиков. Не омега, а мега. 5 мега-ящиков. Как это работает? Ага. Я даю вам ссылку, вы на нее нажимаете, заходите в игру, и вам от техподдержки приходит 5 мега-ящиков. Но блин, кому-то прикольно. Повезет, и кому-то по этому коду придет не... А код один раз на одного человека работает или на всех? 5, а 200 мега-ящиков на один аккаунт. Блядь. То есть вы практически полностью прокачаете на фул свой акк. 200 мега-ящиков — это не баг какой-то, а реальный золотой код. Всего Никто таких есть. 5 золотых кодов. И они случайно раскиданы среди официальных ютуберов. Я являюсь официальным ютубером, и, возможно, у меня среди моих подписчиков кто-то получит золотой код на 200 мега-ящиков. Угу. Но если уж не получит, то гарантированно получит 5 мега-ящиков. Всего Прикольно. У меня 10 таких кодов. И 10 победителей получат 10. Эти мега-ящики. Чтобы поучаствовать и получить этот подарок, куча мега-ящиков, а, возможно, 200 ага. сразу себе на аккаунт, нужно принять участие в конкурсе. Конкурс проходит у меня в телеграм-канале по ссылочке в описании. Переходите туда, видите пост с такой вот картинкой. Там не, написано... Паша, хуета! Паша, хуйня полная. Ты должен был сказать, я буду по одному коду видос выкладывать, поэтому все ставьте колокольчики, чтобы сразу, как только видео выходят, уже смотреть. И сказать, я специально буду выкладывать видео в 4 утра, блядь, пока вы спите. Условия конкурса. Не, ну я понял, Паша, я понял. Да я понял, Паша. Прощание, бай-бай, пока, ящики. Прощание с ящиками в Бравл Старсе. Это вот раздача этих ящиков официально с нами, с официальными ютуберами и разработчиками. Так что не упусти, поучаствуй в этом конкурсе, не пожалеешь. Ссылка на конкурс в описании. Да-да-да, Паша. Подытожим сказанное. Ящики исчезнут в следующем обновлении. Получение бойцов больше не будет зависеть от удачи. Теперь Прикольно. Это будет только вопросом времени. Победите Прикольно. Как можно больше бойцов. Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее все получат награду. 4 миллиарда побед разблокируют скин Омега Ящик для Дэрила. Следите за успехами сообщества ежедневно. Блин, а что-то в этом есть. Но пока звучит как не наебка даже на деньги. При игровых новостях. Хэштег ByeByeBoxes означает раздачу мегаящиков авторами контента. Новый выпуск Brawl Talk выйдет 7 декабря. В нем будет вся не... Неплохо, ладно, окей. Окей, not bad. Я бы сказал бы даже, может быть, пока никак наебалово выглядит. Вот в Overwatch как полное наебалово выглядит.